Всем привет, мои хорошие! Получила я посылочку Василек. О, какая! Мне уже не терпится, честно говоря, открыть ее и посмотреть. Я на этот раз заказала побольше себе спортивных костюмов. Но давайте я расскажу вам это все позже. Сначала откроем, распакуем, посмотрим, что мне пришло. Вот костюмчики пришли. Ура! Заказала девочке несколько костюмов. Ну что, давайте начнем. Начнем с костюмов, потому что костюмы я ждала прям. Я же вам говорила, девочки, что я собиралась идти в спортзал. Правда, спортзал сейчас не работает, там тренер заболел, а потом его могут просто закрыть в связи с разной там обстановочкой, мы знаем, о какой я говорю. Но еще у нас недалеко от дома еще спортивную площадку новую открыли, и я решила, что, может быть, я смогу туда иногда заниматься ходить. Но так как я дома посмотрела, подходящих костюмов так вот не нашла, не подобрала, которые мне бы подходили не для дома, а куда-то там на выход. И вот я заказала новые костюмчики, несколько штук. И теплые, и не теплые. Сейчас мы их рассмотрим, девочки. Давайте начнем по порядку. В основном костюмы я заказывала 54 размера уже, так, чтобы они мне не были в обтяг. Но один костюмчик все-таки легкий я заказала 52 размера для разнообразия. Вот такой вот голубенький костюмчик. Костюмчик стоит 692 рубля. Костюм палитра называется, голубой, палитра 2. Так, вот такая вот футболочка. Довольно-таки просторненькая. Ну вот я как раз и заказывала, чтобы она была, немножко прикрывала мне как бы тут, ну чтобы не жарко было в ней. Ну вот такая вот симпатичная футболочка. Хорошенькая, трикотаж, мягкий, нежный, очень такой вот хорошая ткань. Ну и, по-моему, даже современники такой рисуночек, да? Так, это футболка. И вниз идут такие вот брючки, это бриджики, но это, знаете, как укороченные брюки. И цвет здесь черный цвет. Кстати говоря, я почему выбрала еще вот этот костюм, потому что я знаю, что вот такие вот такого цвета бриджики, но это даже брючки, я не знаю, это или длинные бриджи, или укороченные брючки. Ну, одену я, посмотрите, это ниже колена, вот такой вот размер. Цвет такой универсальный, под этот цвет можно, в принципе, любую футболочку одеть, если не ту, так другую. Ну, вот это вот как раз такие вот штанишки заниматься. Довольно-таки просторная резинка, но резинка вшитая. Все, никаких манжетов, никаких больше резинок нету. Ну, вот такой вот костюмчик. Посмотрим. Но, знаете, мне захотелось именно трикотаж, чтобы был, потому что все-таки в трикотаже тело дышит, но это не то, что синтетика. Поэтому я старалась, чтобы у меня был трикотаж. И футболка, и брючки – это трикотажные. Ну вот надо померить, посмотреть, как это на мне сидит. Дальше, девочки, следующий костюмчик, это уже пошел 54 размер. Давайте посмотрим. Это синий цвет, темно-синий такой, с принтом. Вот такая вот футболочка. В общем, фасончик такой же, как на тот костюм. И также рукава сделаны. И мне что хорошо, то что я могу даже вот эту футболку одеть с теми бриджами, если что. Ну вот этот размерчик побольше. Ну видно, да, 54. Ну вот мне захотелось просторный, чтобы у меня не было в обтяг.
А если я начну вдруг на спортзале худеть, то я с 54-го прекрасно перелезу в 52-й. А 50-й у меня есть, но он мне как-то очень сильно в притирочку. Вот такой вот принтик. Мне кажется, такой, знаете, расцветочки современные. В общем, не колхозный такой. Внизу вот здесь вот идет такой вот манжетик. Вот манжет на низу. И все. На рукавах манжета нету. Рукава произвольно идут. Вот такой вот. И дальше у нас идут тоже это брючки. Эти брючки, они уже идут внизу с манжетиком. Это полноценные брючки. Чистый трикотаж, прям мягкая такая классная ткань. Вверху резиночка есть, веревочка. Вот такой опять здесь принтик есть. Есть такие вот кармашки небольшие с двух сторон. В общем, этот костюм такой вот можно и дома, по дому ходить. И можно даже и в спортзальчик, если там прохладненько одеть. Ну, в общем, это... Даже по улице, если пройтись, не стыдно будет в таком костюме, если будет тепло. Но сейчас уже осень, похолодало, поэтому это для помещения. Но симпатичный, мне нравится расцветочка. Этот костюм Лилия называется, стоит 700 рублей. Хорошенький, мне нравится. Дальше следующий идет костюмчик, называется «Розы». Ну, вот такой бежевый цвет. Размер тоже 54-й. Вот такая сверху футболочка. Это тоже трикотаж, девочки. Вот. На рукавах тут идет манжетик. Манжетик тут уже есть на рукавах. Под горлышко идет вот так футболочка. И внизу спинка чуть-чуть длиннее, чем перед. Ну, такой небольшой разрезик по бокам есть. Ну, вот такой вот домашний костюм, но в то же время можно в нем куда-то и пойти. И вот такие вот идут бриджики. Бриджики идут, они такого как бы серо-голубого цвета, серо-синий какой-то, серый скорее, да, этот цвет. Сверху резиночка, есть внутренние кармашки и такие по бокам идут лампасики в цвет вот этой футболочки. Ну, эти бриджи просто вот такие вот они. Ну, тоже 54 размер я взяла, чтобы это было мне свободно. Костюм стоит 686 рублей. Вот такой вот. Ну, а еще, девочки, заказала я костюм уже такой, знаете, тепленький на выход. И мне кажется, современная расцветка вот такой. Смотрите, сейчас мы откроем. Этот костюм стоит 1670 рублей.
симпатичная такая, вот идет расцветочка, и вроде как современненькая. Впереди молния. Молния до горла поднимается. Вот так. На рукавах идет манжетик. Такой манжетик. Тоже взяла 54 размер, чтобы это было мне не в обтяг, чтобы это было просторным. Если что, пододеть под низ, чтобы можно было что-нибудь. Вот. В общем, такая симпатичная, очень приятная расцветка. Мне нравится. И вот эти вот лампасики, как вшиты по бокам на рукаве. Вот такая вот, как эмблемка. Симпатичные. И черные брючки. Ну, брючки черные. Я, в общем-то, заказала опять-таки такие универсальный цвет, который можно одеть с чем угодно, с чем угодно. Захотелось мне такие брючки, девочки. Вот иногда бывает, мне даже в таком костюме можно и даже выйти вот там в магазин. Потому что, чтобы не натягивать там джинсы, вот это все. Просто одела вот такие вот, как брючки на резиночке. Класс. И внизу они сделаны брючками. Это не на резинке внизу, а просто брючками сделаны. Вот мне этот костюм уже нравится. Мне уже хочется в нем куда-то выйти. И вот в таком костюмчике, честно говоря, будет даже не стыдно на спортплощадку появиться. Вполне даже прилично такой костюм. Хорошенький. Кармашки тут есть. Положить, может быть, там ключи или что-то там в карман. Хорошо. Так, а что у нас на куртке? Есть карман или нет? Я не посмотрела. Да, девочки, на курточке карманчики вот такие вот есть. Ой, глубокие. Тут и телефон поместится. Большой даже смартфон поместится. И ключи в другой карман. Да, два кармана с двух сторон. Отлично, просто отлично. Класс. Мне это уже нравится. Но это мы сейчас померяем, посмотрим, как это на мне будет сидеть. Девочки, заказала я туничку. Как же я без тунички? Одну туничку заказала, мне просто она понравилась. И сейчас посмотрим. Туничка стоит 799 рублей, 54 размер. Также я взяла. Я сейчас беру 54 размер, немного поправилась, поэтому я люблю просторные вещи. Вот такой рукавчик коротенький. Вот такая вот она идет простая. Здесь вот такой рисуночек. По бокам вот такие вот идут разрезики. Вот. Но мне еще понравилась длина этой туники. Она не короткая, она вот идет по колено, по-моему. Ну да, до колена размер, но это я одену, вы посмотрите, как это будет выглядеть. В общем, очень такая симпатичная, симпатичная. И расцветка мне, самое главное, понравилась. Голубой цвет, очень такой освежающий, приятный. Я люблю такие цвета. Карманов здесь нету. Она идет такая вот, прямая. Ну, карманы дома ходить, они и не нужны. Но тоже такая вот, очень такая современненькая. Мне кажется, если я не ошибаюсь, современненькая такая идет приятная расцветка. Да, девочки? О, какая хорошенькая, прям как платьишко. Ну, тоже надо померить, посмотрим, как она мне сидит.
Ну и еще, девочки, заказала я носочки. Вот эти носочки для девочки, 4-6 лет. Это хлопковые носочки. Я взяла внучки, вот, чтобы в садик ходить было, сменные. Они все разных цветов. 4-6 лет. Сейчас открою и посмотрим. Вот такие хорошенькие. Ну тут все цвета разные. Двое розовых, но розовые есть светлые, и розовые есть такие потемнее. Такой салатный нежный цвет. Беленькие, но они как молочные. И вот голубенькие такие, хорошенькие. Они невысокие, но вот если в садик, это то, что нужно. Но самое главное, что они хлопковые, и у ребенка будет ножки дышать, не будут потеть. Вот из-за этого я и беру такие вот хлопковые носочки. Вот внучечке подарок. Еще такое интересное оформление, видите? Да, девочки, набор носков стоит 175 рублей, 5 штук. Мне кажется, недорого. Это по 35 рублей за пару. А еще я взяла носки мужские для сына. Но это носки уже такие термоноски, длинные. Тоже в наборе идут 5 штук. Размер здесь 41-47. На большую ногу, в общем. Ну вот, видите, такие все темные цвета, это как раз зимний период. Ну, здесь вот есть светло-серые, темно-серые, темно-синие, две пары и две пары черных. Ну, давайте посмотрим. Они внутри идут с начесиком, девочки. Такие вот. Ну вот как раз, чтобы у моего сына ноги зимой не мерзли. 276 рублей стоит набор, 6 штук. Это получается по 46 рублей за штуку. Тоже, вот, по-моему, вполне приемлемая такая цена для таких вот носочков хорошеньких. Ну вот и все, мои хорошие, всеми обновками я вам похвалилась, все показала. Ссылочку на Василек, на любимый, я оставлю в описании внизу. Заходите, проходите по ссылочке, очень много интересных вещей. Появляются все время вновь и вновь. Постоянно сайт обновляется, и каждый раз вы увидите какие-то новенькие вещи, новенькие модели. Также там можно выбрать вещи и для детей, и для взрослых, и для мужчин, для женщин, для дома, не для дома. В общем, и постельное белье, полотенце, все, что хотите, много-много чего есть. И самое главное, приятно носить все-таки на себе хлопковые вещи, трикотажные, натуральные ткани, которые очень приятны телу. Я лично только предпочитаю вот Василек. Кстати, на мне вот эта туничка, это тоже из Василька. Вот это покрывало, подушечки, наволочки, это тоже из Василька. Вот, мне все нравится, и я постоянно заказываю. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока!